нас. И сегодня мы с вами начнем один еще ужастик, который называется Dark Pictures Man of Medan. Что означает Man of Medan, я не знаю. Как бы получается человек из Медана, что-то такого. Ну, в общем, игра про то, как там четыре друзья отправились понырять, точнее, трое друзей вроде, если я уже не путаю. В общем, группа молодых людей, так уж и быть, отправляется в море искать там что-то. Ну и потом начинается страшная история. Давайте же посмотрим, что же там случилось. Начинаем игру. Так, не играйте в одиночку. Поехали. И, кстати, тут от каждого вашего действия зависит сама игра. То есть, кто умрет, не умрет и так далее, и так далее. Так, новая ячейка. Видите, какой красивый черепочек. Я такие всякие люблю, да? Вы же знаете. Видео не буду делать особо длинными, чтобы вас не мучить. Но посмотрим, как получится. Сами решите, как вам лучше смотреть. Напишите в комментариях, да? Приятная, так сказать, атмосфера. Ну, черепочки, гробики. Весело тут у них. Смотрю. Пьем пиво всегда. Ну все, дружище, давай-ка возвращаться на корабль. Оу, стоп, машина. Чё? У красавчика Чарли появилось тут еще одно небольшое дельце. Ну-ну, ты чё? Ни нэн подал ма, юнши? Умею ли я? Эй, дай четвертак. Зачем? Хочу узнать будущее. Зачем, зачем? Тебя попросили, дай. Поехали. Рассказывай, что меня ждет. 你对这些牌有疑问吗? В общем, тут не важно, что вы будете выбирать. Как бы все равно вам скажут одно и то же самое. Так, выбираем. Ой. Эй, не понял. Что это? Как это? А, вот. Ну, когда мне повезет по-крупному? Чтобы прямо роскошь и богатство? Да-да. Будет тебе роскошь и богатство. Вот здесь, в смысле, неважно, вы выберете дракона или этого самого, или бамбук, все равно то же самое вам скажет. Так. Ой.
Ой, что-то я наделал тут не то. Так. Так. Ну, на рыбу похоже. Все. Я учусь управлять этой игрой. Вот так вот. Что? Это как? Что это значит? Это как понимать? Какого черта, а? В другом варианте он выбирает, типа... Отойди. Дай мне попробовать. За сына? Так. Да ну. А силёнок хватит? Драки? А то. Дай четвертак. Тогда открой счет. Открывай, открывай. Сейчас попробую. Ну какой автомат. Так, а. Понятно с тобой все. Ой, блин, кнопку спутал. Так. Чего-чего сказала? Че вздыхаем? Have a nice day. Ну-ну, спасибо тебе. Эй, Чак, нам на корабль пора. А то окажемся за бортом. Погоди, хочу еще один вопрос задать. Слушай, нам правда пора. Горлышко пересохло от этого вида. Что-то тут у них не то. О, черепочки. Опять. Да. Да. Чайнику. Да. Вот мое медицинское заключение. Эти парни надрались по-черному, потому и бузят. Этого можно тащить сразу в лазарет. Второго волоките в карцер. Пусть там посидит. Да-да. Весело тут у вас смотрю. Командир весельчак. Эй, слышь, командир, у тебя посудина протекает. Ой, что-то началось. Упс, ой, а это что такое? Обана, газ какой-то пошел. Да ну вас нафиг. Это что?
по натрупике газ пошел. А это, я думаю, не очень хорошо. Красивый фингал. Ха-ха-ха-ха. Бумс. Это, походу, его сынишка. Да? Там что-то блестит. Так. Упс! Вау. Что за хрень? Да. И как вам это? Уже интересно становится, да? Так, погодите. Ну, я могу только так посмотреть, типа, и все. Конечно, интересно, закрыто изнутри. Врач убит, он цел. А кто убил, куда делся? Ну, пошли погуляем. Привет, Чарли. Как отдыхается? Да выпустите меня отсюда! Что там творится? Вроде самолет и выстрелы. Я тоже. Я еще видел труп. Что? В лазарете. Что-то не так. Давай выбираться. Давай. Мне тоже это не нравится. Какой-то он тормознутый. Я чуть не обосрался. Да. Наш командирчик сошел с ума. Походу. Кто это? Как это кто? Твой командир. Ты чё? Видели? Вы тоже это видели? Или это видел только я? Погоди, а я не хочу сюда. Я хочу туда. Посмотреть, что там.
там тоже что-то есть. Эй, Чарли, сюда! Так, я что-то не так сделал, да? Ну ладно, сначала давайте сюда посмотрим. А, ну по-любому туда надо, да? Безумие. Ну да. Как вам весело? Да. Трупики на трупиках. Так, сюда. Опять нет прохода, да? Господи, еще покойник. Кому-то повезло. А, да ладно, Бакли. Я недавно видел его в столовой, он был здоров как бык. Вот бедняга. Понятно. А что тут у нас? Это тоже нельзя пройти, да? А кто это спустился-то? Да, конечно, камера очень удобно сделанная. В кавычках. Ай. Сказал бы, чтобы он тут очень... Слушай, быстрее. Хочу спросить, ты сейчас не чувствуешь ничего странного? Я, по-твоему, люблю потрепаться о своих чувствах? Ты похож на ходячую развалину, Чак. На себя посмотри. Блин. Эй, Чак. Вы это видели? Видишь там пацана? Я ж вскочил. Ты в порядке? Да. Весело тут у них, точно. Чарли, иди сюда! Йоханссон. Почему это мне кажется, что сейчас будет что-то плохое? Да ну вас нафиг. Что-то.
Да ну нафиг. СОС, помогите! Есть там кто-нибудь? Где все? Меня кто-нибудь слышит? А, ну давай же! Давай же, черт возьми! Что за хрень? Йоханссон. Видели там какой-то с четырьмя руками? Так, у нас пошла какая-то загрузка странная. Ну, ждем, что будет. Тут так что должно быть? Ой, это что? Это что-то понажимал, что-то включилось. Секреты. А, тут у нас загрузка вообще-то идет. Сколько я понял. Ну, ждем, пока загрузится. Я паузочку поставлю. Ай, извиняюсь, это я. Надеюсь, что я не спутал ничего. Так. Продолжить. Все равно черный экран почему-то. Ну, ждем. Я вас опять на паузу поставлю. Появились какие-то звуки. Ждем дальше. О. Что за дядька? Приветствую в моем хранилище. Я хранитель. Хранитель историй. История о любви и злобе, жадности и красоте, жизни и смерти. Таких историй, как эта. Я здесь, чтобы записать то, что вы расскажете. Эта история еще не дописана, и ваши действия определят ее финал. Вам решать, будут ли жить те, с кем вы столкнетесь, или же их жизни угаснут безвременно. Мы принимаем решения, руководствуясь своим моральным компасом. И с этими решениями мы живем или умираем из-за них. Но не стоит бояться смерти, она ведь неизбежна. Такова плата за прожитую жизнь. Рано или поздно ее отдает каждый. Но никому не хочется платить раньше срока, правда? Как и в жизни, у действий будут последствия. Ваш выбор непременно будет влиять на других. Я буду наблюдать за вашими успехами.
Не вмешиваться нет, но если попросите, смогу давать вам подсказки. Первую дарю. В этом мире есть картины, которые покажут вам возможное будущее. Сумейте найти и изучить их, и они помогут вам принять лучшее решение. Или точнее решение, которое приведет к нужному вам результату. Я прощаюсь, но скоро мы встретимся снова. У нас будет возможность обсудить ваши выдающиеся достижения или ошибки, которые вы совершите. Что ж, думаю, здесь мы это самое уже закончим. Мы посмотрим заставочку и закончим нашу первую серию. А во второй уже отправимся вот с этими ребятишками в море, да? Вы согласны? Хотя, наверное, надо тут уже останавливаться. Думаешь, хватит? Если не хватит, вызовем подкрепление. Слушай, я... В общем, с вами был Некромас. Я там еще ни разу не был. Мы играли в океане. Dark Pictures. Не нырял. Metro. Ты мог бы показать, Madness. Как это делается? Вам всем удачки, здоровечка. Да. В смысле, ты и встретимся в других сериях. А теперь в общем, да. Пока-пока. До новых встреч.